начинаем. Представьтесь, меня зовут Владимир Болдырев. И сегодня мы проведем с вами встречу «Бизнес онлайн». Давайте поставим плюсики, как меня видно, слышно. Если хорошо видно, ставим плюсики. Если плохо видно и слышно, ставим минус. Угу, все отлично. Хорошо слышно, хорошо видно. И мы начинаем. Напишите, пожалуйста, единички, поставьте те, кто сегодня на такой встрече присутствует первый раз. На встрече именно «Бизнес онлайн», проект «Территория роста». Угу. Вижу, Галина. Вижу, рад приветствовать вас. Сегодня расскажу что-то, наверное, новое услышите от меня. Наталья и Валерий тоже. Приветствую вас. Вы в нужном месте и в нужное время. Спасибо вам всем, что вы сегодня... Сегодня у нас порядка 15 человек в вебинарной комнате. Я рад за вас, что вы сегодня в этот прекрасный летний вечер нашли все-таки время и ну, таким вот теплым вечером решили посидеть, скоротать этот час возле компьютера и получить знания. Да? Знания, в первую очередь, которые помогут вам быть успешными людьми. Вместе с компанией Reflame, да, ну и вас впервые видела. Спасибо, спасибо за комплимент. И начинаем, да, кто-то первый раз сегодня на бизнес-встрече, кто-то уже не первый раз, ну и многие, наверное, сталкиваются, во-первых, для кого этот бизнес, как вы считаете? Бизнес онлайн, я считаю, и многие лидеры компании Reflame считают, что бизнес онлайн также для всех одинаков, не имеет значения, какое у вас образование, сколько вам лет, где вы проживаете, в какой стране проживаете, да? Бизнес для домохозяйства. Студентов, пенсионеров в этом отпуске, поэтому стоит на этом заняться, это хороший задел на ближайшие 3 года после рождения. Поэтому это бизнес для многие, когда кто-то приходит именно в компанию, свое достойное дело, финансовым быть. Независимым. И в ответ иногда слышишь, когда-нибудь он, ну, похоронит именно тех людей, мечты вместе. Ну, если у вас такие люди есть, то, естественно, надо не от них быть подальше. Да? Если ты не решишься сегодня, завтра будет, естественно, таким же, как и вчера. Эта истина, наверное, прописана не только здесь, на слайде, да, но и укоренилась в нашей жизни. Поэтому, если вы решили что-то изменить в жизни, то стоит начать и не откладывать на завтрашний день, а приступать именно уже сегодня. Поэтому суть работы онлайн-проекта. Многие из вас уже знают, ну а кто-то, наверное, услышит впервые. Работа в интернете, да? Работаем мы только в интернете, работа идет в онлайне, да? Работа полностью ведется только через интернет, удаленно и, естественно, в удобное для вас время. Это классно, когда есть компьютер, есть сеть интернет, интернет подключен, и вы как бы в своем офисе, сидя, независимо от времени, будь то вечер или ночь, или же раннее утро, или просто день, вы заходите в свой личный кабинет и начинаете работать. Это классно, конечно же. В нашем проекте онлайн есть бесплатное обучение. Вы получаете и получали видеоуроки со всеми инструментами и, опять же, приглашение на участие в онлайн-встречах. Как правильно пользоваться? Как правильно делать те же самые блоги? Завтра будет обучение в 11 часов, достаточно очень интересное. В 10 часов будет успешный старт, поэтому тоже присоединяйтесь завтра. Если будет желание, посмотрите, естественно, лучше вживую. Ну, а если не сможете, то, естественно, присоединяйтесь к записи, посмотрите.
И опять же, в онлайн что мы делаем? Мы приглашаем пользоваться людей, в первую очередь, косметикой и зарабатывать тем самым деньги. Находим через соцсети людей, которые хотят зарабатывать и готовы пользоваться нашей продукцией. Ведь каждый из нас, согласитесь, мылся, моется и будет мыться. Да? И те же самые зубки каждый из нас с вами чистит. Правда? Если этот процесс невозможно остановить, то, естественно, его нужно возглавить. Так как этот процесс находится в таком обороте, что мы в правильном месте. Да? И если вы посылаете вот такие вот заявочки, да, на участие в проект, регистрация ничего не обязывает ваших новичков, тем, кому вы посылаете, посылаете эти же заявочки. Да? При желании выйти из проекта, опять же, может каждый любой, независимо, да, от времени. И конфиденциальность, естественно, личных данных гарантируем мы, гарантирует компания Reclaim. Но что получаете вы взамен? Это первое, это опять же скидка 20% от цены каталога, а также возможность участия в интернет-распродажах. Подарки по акциям и плюс в том, то, что вы застрахованы от подделок, так как покупаете продукцию напрямую, да, это второе, то, что вы получаете, это собственный бизнес с компанией до 20 процентов от товарооборота вашей команды, да, и есть нам за создание ли. Это мои мечты со сроком исполнения. У каждого ли у вас есть цели и мечты? Напишите, пожалуйста, поставьте пятерочки, у кого есть цели и мечты. Я думаю, что у каждого нормального человека есть цель, есть мечта. Без этого, мне кажется, на сегодняшний день невозможно прожить. У тех людей, у которых есть мечты, да, но есть ради чего жить, ради чего стремиться, работать. Вот. Поэтому покажу вам следующий слайд, да, Светлана, да, чтобы какой вот товарооборот нужно создать в каждой компании, чтобы вам какой товарооборот нужно создать, да? И с какой компанией на сегодняшний день выгодно сотрудничать. В первую очередь, это, естественно, бросается в глаза, это компания Reflame. Нужно создать товарооборот примерно на сегодняшний день в 5000 условных единиц, чтобы вам компания выплатила вознаграждение единиц по курсу в той стране, естественно, в которой вы находитесь. Если это Беларусь, то это в белорусских рублях. Если это в России, то, естественно, в российских рублях. Да? Угу. Остановимся на таком аспекте немаловажном. Деньги – это, будем говорить, как инструмент достижения ваших мечт, ваших целей. Это инструмент, это цветная бумага, да, с помощью которой можно, ну, многие, будем говорить, вкусности, услуги, опять же, иметь, покупать и пользоваться ими. Если этой цветной бумаги нарезанной, к сожалению, у вас не так достаточно, да, то и получается, что там не хватает на какие-то фрукты, да, там не хватает на детей на обучение, да, в престижных вузах. Деньги – это свобода. Согласен, да, Наташа и Валерий, согласен с вами полностью. Это свобода, свобода вашего выбора. Поэтому деньги, как бы кто ни говорил, что деньги на сегодняшний день решают все. Поэтому, чтобы у вас все было с ними хорошо, вот перейдем к такому слайду, да, вы видите, что в детском саду, естественно, денег у нас нет, не было, но жили за счет в институт или же. Высшие учебные заведения, если вы поступали, да, но деньги были какие-то, молодые, которые э,
на котором мы поступаем после 20 лет, сейчас есть такое выражение, что семья без кредита – это не семья, да? Там практически государство списывает. Как отработанный ненужный материал, пенсия, я думаю, больше, чем заработная плата. Поэтому, если не менять по этому шаблону, это шаблон государства, поэтому если в 60... лет, но говорит, что мы вам об этом не 40 на 40. 40 часов в день работы, это с 8 до 5, если брать обычный рабочий день госслужащего. 40 лет мы ходим в среднем на работу, кто-то больше, кто-то меньше, да, и 40% от заработной платы вы практически потом получаете, естественно, пенсию. Вот. Чтобы таких моментов не было, естественно, я думаю, что все здесь присутствующие в нашей вебинарной комнате, это те люди, кто решили изменить свою жизнь. Поэтому я говорю, что вы молодцы. По стандарту, по шаблону государства. То выходит практически от зарплаты к авансу, от аванса. Согласитесь со мной, что во многих вариантах... и даже в минус. Вот. Где-то у кого-то передал мне вот такой вот безнадежности. Вот. Вот примерно такая жизнь со графики. Да? Каков ваш план? Работа по найму гарантирует провал для 95% людей. Нет времени, нет знаний. Здоровье. Рабам давали еды и одежды ровно столько, сколько бы им хватило для того, чтобы они смогли продолжить работать. Ну, на сегодняшний день, будем говорить, ничего существенного плен до сегодняшнего дня. Поэтому живите в центре. Живите своей жизнью, а не как, а не на обочине, на чужую мечту. Не забывайте об этом. И, конечно, хотелось бы вот так вот в преклонном возрасте, да, играя с внуками на берегу или же океана, или какого-нибудь достойного моря, вот так вот делать такие вот прогулочки, да, или же с любимой супругой наслаждаться в таких вот теплых, ярких и жарких странах, да? Вот. Конечно же, вот эти вот люди на вот этом слайде, вы видите, как они стоят за пенсией, да? А когда им было лет по 15, по 20, по 25-30, они не думали, что их ждет такая вот, будем говорить, старость. Вот. Поэтому задумайтесь, конечно, над этим, если у вас близкие в таком случае тоже находятся, тоже помогайте им, ну и, естественно, вот таким вот людям тоже рассказывайте о компании Oriflame, рассказывайте о тех возможностях, которые компания Oriflame, плюс проект «Бизнес онлайн», наш проект на сегодняшний день, может помочь осуществить те мечты, те цели, да, которые есть в ваших головах, в ваших, это, да, пессимист и оптимист. Как каждый из них делает свой выбор. Чем жизнь – это боль и так далее. Я на это не способен, я это не умею и так далее.
так далее, я должен, такие выражения, нам, конечно же, такие. Какие люди нужны? Нужны в команде, в первую очередь, чем классно создаете команду. Сами формируете ее, в отличие от государственного. Да, когда, если кто-то из вас работал в государственной структуре, вы прекрасно знаете, что вы приходите уже в коллектив, уже сформировавшийся. Вот. И мы не выбираем как таковых начальников. Мы приходим, начальство уже сидит. Ну и сами понимаете, что в коллективе есть те люди, которые, ну, не совсем им нам комфортно. Удобно, ну и приятно, будем говорить, в общении работать. Тех мы приглашаем, извиняюсь, которые на любой вопрос, да, говорят, возможно, на любой ответ. И вопрос тоже говорят, сколько возможностей. Жизнь это праздник, это легко и просто. Согласитесь, с такими людьми очень приятно работать. И легко работать. Вот, поэтому у нормальных людей, бедные и несчастные, не будем это трогать категорию, обратимся именно к тем, кто оптимист. Да? У оптимиста всегда есть план, в первую очередь на год, на 3 года, на 5, на 10 лет. Если у вас нет, то обязательно задумайтесь. Внизу видите небольшой график, да? Можете перерисовать или же сделать скриншот и попробуйте поставить. Именно цифры, которые вы считаете нужным, да, какого вы заслуживаете финансового, дома какая, личное отношение, замужем, или же там, чтобы было там двое-трое детей у вас. Обязательно тоже по этой табличке можете проработать дальше вместе с супругой или супругом, или же вместе с детьми, если они уже не на тот слайд нажал, сейчас, секунду, вернем. Ну. Вот. И, наверное, встречали тоже вот таких вот людей в онлайне и в офлайне. Они тоже присутствуют. Поэтому не сейчас. Дорого, ерунда, еще подумают. Люди разные. То же самое, как в офлайне, так и в онлайне. Поэтому таким людям мы что делаем? Машем ручкой и говорим всего доброго. Но мы двери никогда не закрываем и говорим так, что если у вас будет желание... Что-то у вас в жизни поменяется, мы всегда будем рады вам помочь в этом. А я это делаю, это же так просто. Вот. Поэтому на самом деле все просто. Вот. И люди на сегодняшний день вы прекрасно тоже знаете, люди это как карандаши. Каждый рисует большой анекдот, однажды евреи живут. Квартире со слепой матерью, долго молился Богу. Наконец, Бог, еврей недолго думая, хочу, чтобы моя бедная слепая мать могла увидеть, как моя бриллиантовое колье на дочери в прошлом автомобиле припаркованном у бассейна моего шикарного особняка на собственном острове. Поэтому классное, конечно, изречение, да? Учитесь правильно формулировать свои желания. Не просто, что есть вот такой небольшой анекдот. Ну и продолжим дальше.
Компания Reflame, вы знаете, многие из вас знают, да, на сегодняшний день, что это компания миллиардер под Беларусь. По товарообороту на сегодняшний день порядка торгует компания Reflame. Да? Что производит компания? Это туалетные водички, крема, масла, разнообразные виды, больше полутора тысяч наименований продукции, да, что практически да, пока их, ну, если кто-то не ставит в каталоге, то, естественно, они их не видят, да, это по миру, да. Секундочку. Вот, но я скажу так, эко-бьюти те же самые, да, достаточно интересно, из из тех критериев, которые, наверное, беспокоят все не нужно, поэтому здоровье. Это тоже немаловажный фактор в нашей жизни. Компания Дуэль, мы в семье, у нас практически вся семья пользуется Wellness. Достойные продукты, и каждый из нас хочет жить долго, никому не нужно. Поэтому по потреблению население употребляет биологически активных добавок. Да? В Китае это 67%. Намного, наверное, ниже, чем 15% населения на сегодня консультанты компании Reflame. Опять же, компания проходит очень качество, поэтому самый жесточайший GMP стандарт, поэтому не стыдно говорить, когда я общаюсь, допустим, с людьми, стандарты качества, которые есть у компании Reflame. И даже некоторые провизоры в аптеках знают такие стандарты. С 2008 года и по сегодняшний день является в Беларуси бренд номер один, да, по потребительской корзине в этом году. Это бренд лидер в торговой группе косметика. Есть свое амплуа. И, естественно, каждая звезда честна, в первую очередь, оказывает контракт с компанией, с любой компанией, да, естественно, то это должна быть компания мирового уровня. На этом слайде вы тоже видите, да, что принцесса Мадлен тоже сотрудничает с компанией, да. И, естественно, умные покупатели косметики компании Reflame даст 20% скидкой. Это имеет дисконтную карту. Второе, естественно,
Это мы рекомендуем продукцию и получаем плюс 22%. Из вас, наверное, видели план успеха компании Reclaim. Скажите, напишите, кому какие уровни на сегодняшний день интересны компании Reclaim. Кому-то может быть менеджер, кому-то директор, кому-то старший директор, кому-то бриллиантовый директор. Я вам скажу так, что вы видите на этом слайде, да, значки идут 1000, премия от компании Reclaim за проделанную работу. Так вот, это примерный доход, если правильно делать построение вашей команды, то это тех людей, на котором уровне вы стремитесь. И давайте затронем вот немаловажный аспект, вот такой вот, откуда же брать людей, да? В первую очередь, естественно, мы берем все это, да? Что 2 человека плюс 2, по математической прогрессии, если строить, да, то 2 человека найти, я думаю, что это не проблема. А те 2 человека, в свою очередь, находят. Скажите, 2-х, за сколько можно на сегодняшний день пригласить людей в бизнес? Или просто пользоваться косметикой? Напишите, пожалуйста, за сколько, за какой промежуток времени можно пригласить? За день, за 2, за неделю? За сколько можно пригласить близких, знакомых, родственников? Ведь они тоже моются в вашей команде. И в вашем окружении есть такие люди? Ну, я думаю, что есть, конечно же, да? 2 человека можно и за день пригласить, можно и за неделю. Все зависит от того, как вы желаете построить свой бизнес. Можно за неделю. Поэтому решать, конечно же, вам. На этом примере я вам хочу показать за определенный промежуток времени, в зависимости от того, сколько вы людей будете приглашать, и, естественно, достигнете результат. Если вы будете 2 человека приглашать в день, это классно, конечно. Но если вы будете приглашать в день, то и результат соответствующий будет немаловажный, да? И быстро достигнете того результата, к которому вы на сегодняшний день стремитесь. Да? На этом слайде, ну хорошо, покажу вам. Многие из вас, наверное, думают, что компания Reclaim в Беларуси практически все результаты в компании Reclaim. Ну или как минимум каждый второй, да? На что я обычно, когда мне такой вопрос задают, я по населению, то база активных консультантов составляет всего лишь 1%. Вы не ослышались, я правильно говорю, 1%. Это на одного директора порядка больше 25 тысяч жителей. Поэтому есть где работать, есть с кем работать. Есть и люди, кто еще не пользуется и косметикой компании Reclaim. Есть же те люди, кто еще не в бизнесе. А посмотрите на сегодняшний день, сколько людей ищут работу. В том числе и в Беларуси. Посмотрите. Много людей, если вы сейчас в любом поисковике забьете, очень много количества, поэтому есть с кем работать, главное не останавливаться. Ну и это вот обычная работа, и кто-то говорит, что это же пирамида компании Reclaim, да, можно сказать, про официальную работу. Ничего существенного, я думаю, что не поменялось. Директор, замдиректора, начальники, ну, а это большинство работает или работал раньше на заводах, на других предприятиях, именно в том звене. Так, сейчас, секунду. Свою команду
командами и зарабатывать больше, достигнув звания как минимум директор, да? Значит, что нужно для этого делать? Это, естественно, найти 5 бизнес-партнеров, найти 5 и помочь этим 5 бизнес-партнерам, чтобы они нашли, в свою очередь, тоже 5 бизнес-партнеров. В итоге стремитесь к еще больше высокому званию. И у вас все получится, я больше чем уверен. Согласитесь со мной, что 20 век уже как бы за горами, уже прошел. Новая эпоха, 21 век, делай все красиво, эффективно, используй 2 направления. Можно работать не только в онлайне, да, но и вся сидит в интернете. У каждого на сегодняшний день, наверное, лет с 10 уже или родители. Или же близкие окружения купили себе, или же сами. Сегодняшний день всемирная сеть, будем говорить, везде присутствует. Поэтому сейчас проще, наверное, не так, как раньше. Да, сейчас проще зашел в компьютер. Набрал в поисковике то, что тебе нужно, и если мы касаемся онлайн проекта, то в наших там встречах правильно открывать продающие именно странички свои личные и брендовые. Вот, поэтому следите всегда за вебинарами, следите за обучающими программами. Если в ближайшее время нет, посмотрите, может быть, они находятся на Ютубе, на, естественно, авторское обучение, да, о чем я только что говорил, да, индивидуальные консультации. Обратитесь к своим вышестоящим информационным спонсорам, к лидерам, к директорам и спросите у них, как мне сделать страничку. Они, естественно, каждый лидер вам подскажет, да, опытом, что немаловажно. Планерки те же самые, да, обучение онлайн. В чатах многие, как продуктовых, как по обучению, да, и в wellness-чатах. Поэтому следите тоже, не забывайте, заходите в скайп-чаты, в вайберах. В вайбере тоже существуют чаты, поэтому рассматривайте и будьте всегда в тренде. Мы обучаем, опять же, я не повторю это слово, обучаем бесплатно, да, как создавать, формировать и раскрутить продающие страницы. Опять же, классно, все, наверное, из вас уже на сегодняшний день заказывают не по телефону через оператора, да, было и так, а все сейчас заходят на свою личную страничку и заказывают свой кабинет, и заказывают, естественно, косметику как для себя, для близких, для соседей, вот. И тем самым покупая продукцию компании Reflame. Опять же, на обучениях вас вам расскажут именно, как наполнить вашу продающую страницу, как создать покупателей, какие интересные моменты они должны присутствовать. И вот некоторые советы я вам тоже на сегодняшний день расскажу. Такие маленькие ключики, да? Это советы по рекрутированию, да? Когда мы рекрутируем в сети онлайн, постпозиция, и 1-2 регистрации в день вам обеспечено при правильном построении веток. Вот. Ни на кого не надеемся, только на себя. И чуточку, естественно, должно быть везение. Улыбка на лице и блеск в глазах. И вам регистрация обеспечена. Да? И в офлайне с соседями, с друзьями, с близкими, с знакомыми. И они тоже захотят, увидев ваши
ваши отзывы, ваши комментарии, вашу жизненную позицию тоже присоединятся к вам и захотят, естественно, строить бизнес уже в вашей команде. Поэтому рассказывайте, рассказывайте. Чем больше вы рассказываете, тем, естественно, быстрее придет тоже успех к вам. Дальше. Самые работающие акции и фото. Все это тоже возможно именно изучение в вебинарах. И лучшие продающие тексты, опять же, и многое другое. Многие из вас уже имеют, наверное, такие шаблоны, которыми можно работать. Делайте личный товарооборот от 150 баллов. Легко. Тоже посмотрите обязательно эту обучающую школу. Да? Хотели бы все это пройти? Я думаю, что, конечно же, да, хотели, да. И на самом деле секрет очень прост. Процесс работы в чем заключается? То же самое, как и вы когда-то пришли в компанию Oriflame, да? Это регистрация, активация дисконтной карты, создание интернета дается. Ваши вышестоящие информационные спонсоры и лидеры всем вас обеспечат. Самое главное – это ваше желание и работа. И уже начинается, будем говорить, обычное рекрутирование, построение команды, опять же, успех, доход, свобода. Поэтому ничего сверхъестественного нет, как многие, наверное, думают. Вот. И расскажу немного о нашей команде. Да? Это вышестоящие лидеры, основатели нашего проекта «Территория роста» Елена Ракочи и Денис Бирюков. Ребята в прошлом до компании Oriflame – это учитель ИЗО и бывший профессиональный спортсмен, баскетболист. На сегодняшний день находятся ребята в топ-8 по Беларуси. Поэтому это круто на сегодняшний день, и мы находимся в этой команде. Поэтому у вас есть такая возможность тоже смотреть вебинары как с Денисом, так и с Еленой. Вот. А завтра Елисов. Поэтому будет желание, будет возможность, присоединяйтесь, послушайте, лучше услышать один раз вживую, чем, естественно, в записи. Поэтому лучше всех. Вот. Это ребята тоже в Нобелевском зале находятся, Елена и Денис. Чествование наших лидеров во многих, опять же, на многих банкетах, да, компания приглашает звезд. В данном случае здесь вот выступал Томас Андерсон был именно пел для компании Oriflame, для лидеров, которые были на вот этой вот встрече. Да? Ну и вот видите, тоже, где ребята уже побывали, при доходе на сегодняшний день в 6 тысяч условных единиц. Поэтому нужно стремиться, и все у вас получится. Вот такие вот классные фотографии. Вот такая командная встреча тоже на лайнере. Вот. И расскажу, на сегодняшний день это директора, которые в команде у Елены и Дениса. Вы видите, да, это и родная сестра тоже, вместе со своим мужем, бывший предприниматель. На сегодняшний день это тоже семейный бизнес, да, это золотой директор Наталья Мозговая. Это семейная пара Елена с Денисом. С Димой, вернее, извините. Это Марина с Димой, с Дмитрием, да, в прошлом учителя. Учителя в обычной школе, на сегодняшний день преуспевающие бизнесмены в компании Oriflame. Опять же, моя супруга Алла, молодая девочка Юля, в свои 16 лет стала директором компании Арифанович, работала в администрации города Витебска. Это и золотой директор Ольга Хомицкая,
Это и Тамара Рудова, в прошлом до компании Reflame, зауч школы, бросила все и решила помочь дочери и тем самым стала директором компании Reflame. На сегодняшний день это все люди, преуспевающие бизнесмены. Рядышком вы видите, это Екатерина Дробицкая, молодая амбициозная девушка, которая тоже в компании достигает классных высот и финансовой независимости уже достигла, будем так говорить. Это директор компании Reflame, да, работая на сегодняшний день еще работая на хлебозаводе в компании Reflame. Это команда, вы видите, да, тоже. То, что люди есть. Есть те, кто строит бизнес, есть те, кто непосредственно становится директорами. Поэтому независимо от того, работаете вы в компании Reflame, не работаете, в любом случае директора были, будут, и новые звания тоже будут. Почему не вы? Поэтому всегда присоединяйтесь к нашему проекту. В нашей команде мы всегда рады подсказать, помочь и на этом только предприниматель. Это вы видите на этих слайдах и о анкете директоров. Вот. Это в прошлом году сделали на банкет Анна Казунова. Получила сразу две премии, 1500 и 2000 новых директора. На этом слайде вы видите тоже новые директора прошлого года, да? Это Оксана, это и две Ольги. Вот. Вот на таких классных лимузинах мы отправляем свое путешествие после банкета на прогулку. Новое звание. Вот. И, как сказал Роберт и Ким Киосаки, богатые люди строят сети, остальные ищут работу. Поэтому посмотрите вокруг себя на сегодняшний день, где сети у нас находятся. Эта сеть, может, посмотрите, выгодная. Это сеть заправок. Это сеть МТС в Волгоградской связи. В любом случае, за сетью будущее, да, даже такие люди, как Дональд Трамп, когда у него спросили, что, что будет, если у вас не будет ворота. Вот такой небольшой анекдот рассказать. Наконец-то поняла, почему толстею. Это шампунь. Сегодня прочитала, укрепляет и придает объем. С сегодняшнего дня моюсь средством для посуды, на котором написано «Растворяет жиры, даже самые стойкие». Ну, это вот такая вот небольшая смешинка. И перейдем к следующему, на котором видите, да, что неудачник – это не тот, кто не имел шанса. Вы в команде номер один – Республики Беларусь. Поэтому стоит пробовать. Живите и радуйтесь жизни. Другой ведь не будет ни у вас. Поэтому этот миг, это время нужно ценить каждый день. Нужно ценить. Потому что он проходит, сколько нам отмерено. Один Бог только. Жизнь нужно прожить достойно. Достойно для наших будущих поколений. Для своих детей. И какое будущее вы своим детям обеспечиваете, только зависит от вас. Ну а на сегодня я, наверное, закончил встречу. С вами был Владимир Болдырев. Рад был, если вы какие-то прописные истины взяли для себя, что-то услышали, что вам запомнилось. Всех благ вам. Я еще раз повторю, вы в нужном месте и в правильной команде. Поэтому всего доброго вам. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Завтра не забудьте.